Так. Билли Бербили. Apache ORG 2020. Anybody need air support? Один человек. А чё ж никого нет-то, блин? Anybody need air support? Давай-ка здесь пролетим. Куда-то сзади. Ну чё он не стреляет-то? Ну, блядь, его и нет. Сука, вот пизда-то. Обдурил. Вон взял и выпрыгнул.
Мы слили, наверное, тут КПшку из этих дегенератов. Сука, он еще и меня и убил. Пидарас, блин. Идиот, убил меня же. Такс. То есть техники-то нормально нет. Ну вот, давай на эти. Танк наверху стоит. Круто. Кого там нет? Кого-то убил, но недостаточно. Была лучше ракета, да? Дает прицелиться, зараза. Да, блин. Готов. Трампу сопу убили. Зараза. Короче, вот такая история. Будем с вертолета, короче говоря, пытаться сделать. Вначале ракета, а потом миниган. Такая вот история. Сразу сбили. Ничего не получилось. Ну, садишься ты, нет?
Че ты задумался-то, козел? Сидит, думает. Не летишь, что ли, ты не хочешь, сука? Зря, зря. Конечно, догадался. Это пизда. Короче, там ничего не делать. Ерунда какая-то. Карта, наверное, слита уже. Блин. Какие тут буераки, офигеть. Блять, расстреливают. Валить оттуда. Жестко причем расстреливают. Target neutralized. Sunshine Line. Да наверх-то без вертолета, наверное, все равно не будет. Здесь, сука, сколько... Там пиздец творится, короче. На машинке проходить. Сплошные буераки. Это уже ихняя база. Это все
по ботам. За это тоже дают очки, как ни странно. Ликвидировать. Гонять на базу, на ботах покачать, а не просто. Давай попробуем. Пиздаж какие поля. Чё, пизда что ли? Зря, зря. Давай-ка вот тут закрепимся. Правда, капец тут. Все, пизда. Да. Долго там не козёл катается на танке. Ух ты, сука! Ты убил. Кабины пилота какой. Пидорасы, блядь, их там дохуя. Да. 25 очков. Базик подбиваются. Какие тут буераки, блин. Пусть и дробилка настоящая. Он, конечно, читер. Турорт. Очень точно, блядь, стреляет. Так быть не может.
катаемся к их базе поближе, подлетели на ботах немножко покачаться. Ну, все равно тут никакого больше нет. Да и там стоит танк этого пидораса. Читера стоит, видишь, там. Дарвиш, сука, стреляет очень точно. Это работа читер. Специально ник такой выбрал. Трампа первый. Да. Кратер, видишь, как сердце кратера. У, блядь! Куда ты приземлил-то? Ебаный в рот. Прямо к ботам. Совсем хуёво поступил. Вертолет невооруженный, на лыжах десантники сидят. Кратер очень красивый, как на луне. Давай, давай, аккуратней. Все нормально. Там это боты стреляют. Аккуратно.
Так, хорошо, вот сразу дали очков. Да. Так. Сейчас на ботах можно чуть подходить. Это там наш сидит вдалеке. Хорошо. Да все, пизда. Так, немного подкачнул. Может, нам надо подальше? Последние сейчас уже минута. И евангелиста там тоже не читар. Одни читара собрались. Ну, ладно, теперь все равно доиграем. Последние минуты. Подальше садись. Давай сюда подойдем. Я чуть далеко сел. Давай вот сюда. Взяли КПХ. Молодцы. Кровавая бойня за эту. Блин. А все уже посеяли, сразу же посеяли. Зараза, огоньку. Полный пиздец. Ну это читара. Там читар.
3 минуты остается. Сорок 9 очков. Решание. Расстреливают паразиты. Последние минуты идут. Все, таки снял одну штуку, молодец. Только отбежать. Получишь ответку. 51 очко. Полтинник все-таки удалось сделать. Bad guys in sight! Лифторг. Так, ну-ка посмотрим. О, накрыл, хорошо. Хорошо. 55 очков. Классно, классно. Видишь, тут как повезет. Вообще пиздец. Читер, видишь, убил. Он там читер катается. На читере. И идет у них игра. Говорится. А что уже последние минуты? 55 очков так надо и будет. Папа, берем это. Ну там уже последние секунды. Да, 71-105, конечно, мы проиграли, наверное. Но я тут неплохо себя показал, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Пятое место. Сразу за читерами. Евангелист Трамп, это мохнатые читы. Из наших я на втором месте после БАПа. 55 очков, 27 фрагов. А вот у читеров, смотри, Евангелист Трамп по 32 фрага. Баб 25, Генерал Хаус 21. А я даже, вот смотри, 27 фрагов. То есть я сразу иду за... Евангелистом и Трампом. Из нашей команды я первый по очкам. Классно.